В парке металлургов у единственного в городе памятника вождю мирового пролетариата коммунисты отметили день рождения Владимира Ленина. Здесь собрались около 30 человек, члены коммунистической партии и сочувствующие ей. На импровизированном митинге участники с ностальгией вспомнили время, когда партия стояла во главе государства и с гордостью отмечали преимущества и достижения коммунистического строя. Великий Ленин родился в эпоху капиталистического мира. И сегодня, как ни странно, мы вернулись к капиталистическому миру. Правда, пока дикий капитализм, но он уже существует. Благодаря Владимиру Ильичу, благодаря Иосифу Виссарионовичу Сталину, на нашей земле, на казахстанской земле, 98% населения стало грамотным. Причем не просто умеющим читать и писать, а именно грамотным населением. Мы решили проверить качество знаний молодежи 21 века и потому обратились с вопросом о вожде мирового пролетариата, основателя советского государства. Ленин? Кем он был? Знаете? Не знаете? Ленин. Не знаю. Не знаете? Один вопрос. Кто этот мужик? Это Ленин. Ленин? Кем он был? Он? Да. Он голова, можно сказать, весь мир был таким человеком. А там танцмы? Это наш дедушка. Точно не знаю, кем он был, но говорят, что это наш дедушка. Еще 30 лет назад невозможно было представить, чтобы молодые люди не знали биографию Ильича. Видимо, идеи строительства общества, всеобщего равенства и удовлетворения разумных потребностей больше не привлекает большинство наших сограждан. Бахром Абдуллаев, Эльдар Жанусханов, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Утрар».